Керчи сотрудники МВД организовали оперативно-профилактическую операцию «Купюра». В ее рамках полицейские проводят мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных банкнот. Среди основных задач операции – научить людей распознавать фальшивые купюры и запоминать приметы мошенников. Профилактические беседы с гражданами помогут горожанам быть внимательными и осторожными с деньгами. Если с вами рассчитались купюрой, вызывающей сомнения в подлинности, немедленно обратитесь в полицию и обеспечьте сохранность этой банкноты. Постарайтесь как можно меньше трогать ее руками, так как на ней могут сохраниться отпечатки пальцев злоумышленника. Постарайтесь запомнить, кто передал вам фальшивую купюру, приметы и используемый автотранспорт.